Председатель партии ПАЧА Георгий Ковкалюк, неоднократно вызываемый в прокуратуру Сенчерейского района для предъявления обвинения снова, не явился. Прокуратура вынесла постановление о задержании Ковкалюка по делу о «Зеленке». Генеральная прокуратура отклонила ходатайство об изъятии дела из Сенчерейской районной прокуратуры, о чем Ковкалюку сообщили 13 июля. Решение было принято после изучения доводов заявителя, который ссылается на предвзятый характер уголовного расследования, проведенного прокурорами Сенчерейской районной прокуратуры, и, соответственно, просил об их отводе. Ковкалюк снова не явился в прокуратуру, адвокаты сообщили, что он находится в отпуске. Следовательно, с учетом того факта, что обвиняемый отказался явиться добровольно после вызова в суд, прокурор издал постановление о его задержании для предъявления обвинения. Согласно материалам дела, он обвиняется в хулиганских действиях и призыве к совершению актов насилия в отношении лиц и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен отвечать перед законом. В прокуратуре отмечают, что за такие действия законодательством предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. В сообщении на своей странице в соцсети Ковкалюк написал, что на самом деле эти действия прокуратуры незаконны. Злоупотребления и незаконные действия Генпрокуратуры и прокурора Захария продолжаются по указке коррумпированных политиков и лидеров, которые вскоре покинут свой пост. Перед своим уходом они хотят утолить свою жажду и бороться против меня и моих коллег по партии, пишет Ковкалюк. В то же время он утверждает, что скоро расскажет о другом большом заказном деле.